Здравствуйте, дорогие друзья, я Валерий Семин. А я Марина Селиванова. Приглашаем вас на концерт, который состоится 5 декабря в музее Прокофьева. В 19:30. Называется «Россия и Армения. Лучшие подруги». Для вас прозвучат произведения русские народные, авторские народные, армянские мелодии. Будут. И самое интересное, что этот концерт, он акустический полностью. То есть никаких микрофонов, все вот так вживую. Вот, вот. Как вот играем. Душевная живая атмосфера, прямое общение с вами, нашими дорогими зрителями. Марина, а кто у нас будет в гостях? В гостях у нас будет Гигам Оганян, который играет на дудуке. Тхалист Генри Гукасян. Гитарист Сергей Лебедев. А также канонистка, которая играет на армянском каноне, Искуи Карапетян. Ну и ваши покорные вот слуги, Марина Селиванова и Валерий Семин. Приходите, мы будем очень вас ждать. До встречи. 5 декабря, музей Прокофьев, в 19:30.